буквы О и А в корне кос кас. В корне кос кас в безударном положении пишется буква А, если после корня стоит суффикс А, и буква О, если этого суффикса нет. Касаться, коснуться, нет А. Орфограмма номер 26. Образец рассуждения. Прикосновение. В этом слове есть вариант корня – кос, кас. За корнем нет суффикса «а», поэтому в нем нужно писать букву «о».